Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Русский Рим и удивительная карта». Значит, тот, кто занимается историей, наверное, знает эту такую вот историю, как Андрей Первозванный, значит, ходил на Русь. Ходил на Русь, значит, он там посетил Новгород, удивлялся, как это русские в бане парятся, ну и так далее. Я вам сейчас зачитаю, значит, интересное место из Лаврентьевской летописи, которое описывает этот ионный поход. А потом, ребята, покажу вам не менее интереснейшую карту, которую вы сможете посмотреть. Давайте, значит, для начала прочитаю. Ой, простите, карту папажа. Летопись. По Лаврентьевскому списку. Нужна, значит, нам из этой самой летописи шестая страница. Так, вот, значит, шестая страница. Полянам же жившим особи по городам сим. Бе путь из варяг в греки. Из грек по Днепру, вверх Днепра, Волок до Ловоти. По Ловоти в Нити в Ильмер, озеро великое, из него же озеро потечет Волхов, и втечет в озеро великое Нева, того озера внидет устье в море Варяжское, и потому море идти до Рима. Ребята, я вам не просто так вначале показал карту. Значит, если он пишет, что по этому морю попадаешь в Рим, ребята, это невозможно, потому что, чтобы попасть в Рим, то есть вот сюда, из Варяжского моря, вот из этого, это надо выходить, ребята, в океан и обогнуть вот так вот всю Европу. Обратите внимание, не знаю, каким таким способом он добрался и сколько он это дело плыл, но что-то здесь невероятное получается. Так, далее. В устье в море Варяжское, и по тому морю идти до Рима, а от Рима идти по тому же морю ко Царьграду. Ребята, что-то он тут путает. Как можно по тому же морю ко Царьграду прийти? По Варяжскому. Это, ребята, невозможно, понимаете? Что-то тут не то происходит. А Царьграда прийти в Понт море, ну, то есть в Азовское. В Неже втечет Днепр... Ой, Азовское, говорю, черное. В Неже втечет Днепр река. Днепр потечет из Оковского леса и потечет на Поледне. А Двина из того же леса потечет... А идет в полунощие и внедет в море Варяжское. Из того же леса потечет Волга на высок и вытечет 70 жерел в море Хвалынское. Тем же из Руси может идти в Болгары Хвалисы высок, пойти в жребий Симов и по Двине в Варяги. И из Варяг до Рима и от Рима. Ребята, как по этому морю, я вам уже показывал, это надо в океан выходить, обогнуть всю Европу. Что-то здесь невероятное он, ребята, описывает. Но все интересное складывается, если мы посмотрим под другим углом. А вот теперь как раз-таки я вам покажу эту интересную карту. Есть вот такая вот карта. Значит... Оставлю вам ссылку, можете сами ее посмотреть. Давайте, значит, интересный момент вот здесь вот. Вот так вот приблизим Черное море. И посмотрим с вами интересные места. Обратите внимание, вы здесь увидите Россия, Росса. Вот где она проходит. Обратите, причем ровненько так граница, видите, да, разделяет по параллели. Вы здесь увидите Московию. Вот она. Вот он, Новгород.
Вы здесь увидите огромное количество тартарий, всяких разных. Ну и давайте теперь, значит, я вам покажу самое, ребята, интересное. Значит, Черное море, видим, вот она, Азовское море, вот он, значит, Днепр. Вот это, я так понимаю, Дон. А теперь давайте я вам кое-что зачитаю. Аве. Аве. Латинская фраза, которую римляне использовали в качестве приветствия. В переводе с латыни означает «здравствуй». Фраза представляет собой повелительную форму от глагола «авере», переводится как «здравствовать». Классическое латинское произношение слова «ира» в церковной латине. Так, теперь мы знаем, что это «аве» – «здравствовать» или «здравствуй». Так, термин использовался во время приветствия Цезаря или других чиновников. Аве, здравствуй, или да здравствуй, Цезарь. Ну а теперь, ребята, самое интересное, вернемся к карте. Если мы с вами, ребята, поплывем по Дону, то бишь Танаису, мы доплывем, вот Танаис, мы доплывем вот до этого города, ребята, который называется Аве Александрия. Аве Цезарис. А не вот этот ли случайно Рим имел в виду этот самый Андрей Первозванный? Вот такую вот интересную, ребята, карту я вам и хотел показать. Вот такие вот интересные вопросы я и хотел с вами обсудить. Давайте, смотрите, изучайте, и кто чего интересного найдет или увидит, присылайте. С удовольствием покажу ваши версии и ваши думки на эту тему. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов. До свидания.